Святковий телемарафон на телеканалі «Віка» триває. Ми працюємо у прямому ефірі виключно для вас, шановні телеглядачі. Це 20 годин святкового телемарафону з нагоди 20-річчя телеканалу «Віка», який ми відзначаємо сьогодні, 9 вересня. Адже вперше у телепросторі «Віка» з'явилася 9 вересня 1991 року. Поряд зі мною чарівна гостя, як я й обіцяла, колега із радіо 101 «Далматин» Ірина Шумахер. Добрий вечір. Добрий вечір. Рада вас вітати тут. Знаю, що телеканал «Віка» вас пов'язує чимало із ним. Кілька слів про це, а потім, звичайно, ви як творча колега не могли прийти з нетворчим подарунком. Я знаю, що ви з гітарою підготували для нас приємний пісенний сюрприз. Так, звісно. Ну, діло в тому, що взагалі мою личну життя зв'язує просто множество уз с телекомпанией «Вика». И буквально с первых дней мы знакомы с самыми популярными на телекомпании работниками, скажем так. Где-то примерно с 97-го года мы бок о бок, и даже такой вот интересный эпизод, меня принимал на работу на радиостанцию наш общий директор, директор телекомпании и наш директор нашей радиостанции, Малков Олег Николаевич. Так что мы буквально работали, ну, что называется, стенка в стенку, бок о бок. С одной стороны, да, абсолютно соседи, мы на одной работали на одном этаже. И через стенку находилась монтажная, и когда у нас был прямой эфир, бывали такие моменты, у нас гость в студии, а на монтаже сидит, вот помню еще, Борис Борисович Слуцкий, очень громко монтировал, вот, и мы ему стучали в стенку, тише, у нас гости и так далее. Ну, такие были интересные моменты, можно много чего вспоминать, но самое главное, что я хочу сказать, это просто хочу признаться в большой любви к вашей телекомпании, поскольку кроме того, что у нас связывают еще профессиональные узы, нас еще связывает и лично меня, и родственные узы, поскольку вот сейчас вот нас озвучивает мой самый родной человек, который благополучно отслужил телекомпании уже 9 лет, мой супруг Вадим Шумахер, так что его тоже лично поздравляю. Но самое главное, что хочу сказать, это вам самые теплые слова и пожелания от наших коллег передать, чтобы вы процветали во всех отношениях, и в материальном, и в духовном, и в профессиональном, конечно же, ну и, конечно же, физически процветали. Здоровья, счастья, благополучия, любви ваших зрителей, благодарности зрителей и, конечно, новых и новых идей. Ну, а ваш путь творческий просто иллюстрирует весь прекрасный подъем на лестницу в небо, что называется, потому как вы с каждым годом все профессиональнее и профессиональнее становитесь. И картинка качественнее, и звук качественнее, и ну все, программа великолепная. Дякую, да. Тільки, правильно, тільки вперед і вгору. Я правильно зрозуміла побажання, привітання. Тепер пропоную від слів перейти до пісні. Ну, конечно, как музыкальный редактор радиостанции 101 «Далматин», я не могла не продемонстрировать свою возможность показать все то, что, чем мы владеем, и как музыкальный редактор я еще и владею музыкальным инструментом. Сидайте так, на следующий будет зручнейше. Я хочу поздравить телекомпанию «Вика», любимую телекомпанию «Вика», и, кстати говоря, еще по счастливой случайности как бы директора телекомпании, у которой сегодня тоже день рождения, вам, Любовь Владимировна, и вам, дорогие друзья, я дарю эту песню. Она называется «Исполнение желаний». И очень символично. Мне звезда упала на ладошку. Я ее спросил, откуда ты? Дайте мне передохнуть немножко. Я с такой летела высоты. А потом добавила, сверкая, словно колокольчик прозвенел. Не смотрите, что невеликая. Я умею делать много дел. Вам необходимо только вспомнить, что для вас важнее всего на свете. Я могу желание исполнить. Я все время
занимаюсь этим. Знаю я, что мне необходимо, не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимой. Я хочу, чтоб не болела мать, чтоб на нашей горестной планете только звезды падали с небес, были все доверчивы, как дети, и любили дождь, цветы и лес. Чтоб траву косой, как встарь, косили, каждый день летали до луны. Чтобы женщин на руках носили, не было болезней и войны. Чтобы дружба не была обузой, чтобы верность в тягость не была, чтобы старость не тяжелым грузом мудростью бы на сердце легла. Чтобы у костра, пропахнув дымом, эту песню тихо напевать. А еще хочу я быть любимой, и хочу, чтобы не болела мать. Говорила долго, но напрасно, видно, слишком долго говорила. Не ответив мне, звезда погасла, было у нее немного сил. Пусть ваша звезда никогда не гаснет. Ми, звісно, не відпустимо вас так, однієї пісні замало. Люди в ефірній студії вимагають пісені свята. Ну, в такому випадку, я думаю, що дуже символічним буде і, скоріше, підходящим спіти пісню о наступившій осені. Наступив сентябрь, і іменно про це пісня Олександра Дольського. Дожди забринчали сонаты по клавишам мокнущих дней, и труб водосточных стаккато органных тонов не бедней. Я вот уже многие годы от каждого ноября жду этой дождливой погоды. Все жду я, а зря. Ну вот, наконец-то, дождливый сентябрь. Ну вот, наконец-то, прохладная осень, и тучи повисли косыми сетями, и кончился месяц под номером 8. Пусть я не наивен, как прежде, твержу я дождей, подожди, живу я в невнятной надежде, а годы идут, как дожди. Последнему будет работа, мой голубоглазый палач, мой тысячный дождь для кого-то, всего только первый плач. Ну вот, наконец-то, дождливый сентябрь. Ну вот, наконец-то, прохладная осень, и тучи повисли косыми сетями, и кончился месяц под номером 8. А если бы жизнь не кривая легла на ладонь, словно путь, я смог бы, глаза закрывая, в грядущее заглянуть. Нет, лучше, пожалуй, не надо, и так не в ладах я с судьбой. Известны исходы парадов, а чем же закончится бой? Ну вот, наконец-то, дождливый сентябрь. Ну вот, наконец-то, прохладная осень, и тучи повисли косыми сетями, и кончился месяц под номером 8. Ура! Все для вас. Это музыкальный подарок для любимой телекомпании «Вика». Ну, оскільки три щасливе число, на мій погляд, ми вимагаємо ще й третьої пісні від вас. Ну, третя пісня має тоже весьма символическое название. Называется она «Этот день», и посвящается она именно этому дню. Дню рождения телеканала «Вика». Многих дней череда промелькнет без следа, но единственный день вдруг настанет. Он пришел, он принес тонкий запах волос, легкость рук, радость слез, и растаял. Он так быстро умчался, сердце билось так часто, белый свет на две части
А прощание одно. Это было непросто, это было так остро. Это было непросто, это было давно. А года все летят в никуда и ложатся на лица. Дороги все скупее наша речь, и случайности встреч удается сберечь так немного. И все реже и реже мы теряем надежды, как легко было прежде нам надежды терять. И все чаще и чаще в то далекое счастье нужно нам возвращаться, возвращаться опять, возвращаться опять, возвращаться опять. Я обещаю, мы повернемося до студии святкового телемарафону на цій мелодійній ноті. Я дякую вам, Міро, дякую за привітання, дякую за композиції, які ви виконали для нас. Шановні телеглядачі, ми йдемо на коротеньку перерву, відразу після якої повернемося до студії, як тільки наспівала Ірина. Тож не перемикайтеся, адже справді попереду багато цікавого.